Сегодня хочу поговорить об арахисовой пасте. Эта паста не очень, кто вообще, вот знаете, если вы не любители арахисовой пасты, лучше не берите. Почему? Она без сахара была. Я сюда добавила немного сахара и стевии, потому что кушают тоже дети, они стевию на дух не переносят. Поэтому получилось так. И добавила еще сюда какао. Почему? Потому что эта паста, в общем, ее невозможно есть, я не знаю, ну кто может, просто герой вообще в таком виде. Она, понимаете, очень вязкая, тугая, плотная, то есть она к небу прилипает, вы просто скушать ее не сможете, но можно сделать так. Вот она стоит рублей 200, тут, по-моему, 500, что ли, или 350. Ну, в общем, вот я это с ней сделала, и это очень вкусно. Здесь прямо кусочки орешков. В общем, чем полезна арахисовая паста? Здесь много очень жиров. На кето-диете эти жиры мы кушаем. Но не забывайте, что так какао тоже можно добавить, что только сахарозаменитель. И кладете вы на какой-то там цельнозерновой хлебец. Я сегодня решила шикануть. Сейчас будет мукбанг. У нас после шашлыков огромное количество лаваша. И поэтому я немножко себе позволяю этот лаваш утром. До обеда, хотя это, конечно, грубое нарушение. Но я же вам говорила, что я нарушаю, редко, но нарушаю для того, чтобы, во-первых, не было такого, что я хочу прямо, да, потом срываюсь, и чтобы организм испытывал стресс, ну и чтобы у меня все-таки, вот представляете, настанут голодные времена, какая там кето-диета, да, а я не смогу вообще углеводы переваривать. Так что надо это по чуть-чуть все равно употреблять.